Всем привет! 20 минут назад вернулись из светофора. Светофор находится в городе Екатеринбург, улица Блюхера, 58. Потратили сегодня 1257 рублей 63 копейки. Как пишут нам на чеке, ваша экономия по сравнению со среднерыночными ценами составила 150 рублей 90 копеек. Сейчас вам покажу, что мы купили прямо по чеку. Есть кое-какие новинки. Так что смотрите до конца видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и давайте начнем. Через пару дней я еду в командировку. Дня на 2-3 еще точно не знаю. Ну вот поэтому купили вот две вот таких вот баночки картофельного пюре со вкусом курицы. Я понимаю, что я в гостиницу попаду поздно вечером. И, ну, чтобы что-то хотя бы перекусить, взял вот такой вот Big Lunch. Стоит 22 рубля 50 копеек одна штука. Печенье с начинкой груша вот такое вот купил. Вот, без пальмового масла. Покупаем его достаточно регулярно. Кто смотрит и читает наши обзоры, тот знает. Печенье вкусное, свежее. Покупаем его, и цена достаточно приемлемая. Упаковка 1 килограмм стоит 120 рублей 90 копеек. После перерыва вот появился у нас снова вот этот шоколад пористый молочный от фабрики Победа. Вкусный шоколад, он идет с пайками по 3 штуки. Цена за спайку 68 рублей. Одна шоколадка весит 65 грамм, их в спайке 3 штучки, повторюсь. Дальше крекер, вот такой вот крекер с отрубями купил. Тоже, может быть, возьму в дорогу, мне надо будет проехать около, за один прием около 600-700 километров, поэтому где-то вот остановиться, перекусить или даже на ходу очень даже неплохо. Весит 430 грамм упаковка, цена 46,90. Вот такая вот новинка. Вафельный сэндвич, воздушная новинка. Не покупали ни разу, купили первый раз. Если кому интересно, как выглядит внутри, все, пишите в комментариях, покажу, сфотографирую, если вам интересно. Значит, весит 337 грамм, цена 67 рублей 90 копеек. Пойдем дальше. Купили кофейный напиток, вот такой вот купили, с корицей. В прошлый раз покупали с шоколадом, сейчас с корицей. Вкусный, нам нравится, так иногда, чтобы не просто кофе пить, а что-то более оригинальное. В упаковке 20 пакетиков на 20 чашек. Стоит 182 рубля 50 копеек. То есть один пакетик стоит где-то в районе 9 рублей, а просто в киосках, в магазине он стоит около 20. Дальше сыр купили вот такой творожный, снова с зеленью. Ну, неплохо на завтрак, на хлебушек его, и достаточно вкусный. Вот, вот такой вот творожный сыр. Стоит 400 грамм, 115 рублей ровно. Также в командировку купил себе вот такую лапшу с ароматной говядиной, грибами, зеленью. Вот, вес 110 грамм, цена 23,90. Доширак, потому что стал уже просто какие-то очень цены, уже дороже 40 рублей стоит. Купили на этот раз уже 3 банки вот такого вот горошка. Очень хороший горошек, полные банки достаточно. Зеленый, из мозговых сортов. Он и мягкий достаточно, но и держит форму, все круглые, не ломанные горошинки. Очень вкусный. Стоит такая банка 28 рублей ровно. Еще одна новинка. Купили вот такое вот суфле. Птичьи сказки, нежное суфле, вкус шоколада.
Ну, надеюсь, будет похоже на птичье молоко. Цена за 500 грамм вот такой вот упаковки 67 рублей 50 копеек. Две бутылочки дюшеса, напитки из черноголовки. Купили, хотели купить еще тархун и буратино, но был только дюшес. Разбирают очень быстро. Причем квас, который мы покупаем тоже постоянно, его тоже не было. Ну вот такая вот жаркая погода, что просто напитки улетают на ура. Стоит за 1,5 литра 37 рублей 90 копеек. Очень низкая цена, очень вкусный напиток. Снова купили вот такой вот омский бекон. Свинина сибирская в вакуумной упаковке. Цена за килограмм 241 рубль 50 копеек. Наш кусочек вытянул на 192,23. Тоже вот съесть бутерброд, пожарить с яичницей. Ну, вкусно. Купили лимоны дробленые с сахаром. А то у нас закончились. Добавляем в кофе. Сразу совсем другой вкус становится. Очень вкусно и может быть даже полезно. Лимоны ведь. Стоит баночка 77 рублей 90 копеек. 520 грамм. Ну и купили наполнитель древесный нашему Семе, нашему коту. Вот такой берем его постоянно. Нас он вполне устраивает. Кота тоже запах запирает. Прячет очень хорошо. Стоит 54 рубля 20 копеек. Кот доволен, мы довольны. В общем, довольны все. Вот, в общем-то, и все покупки наши на сегодня. Еще раз повторю. Мы их делали в городе Екатеринбург, улица Блюхера, 58. Потратили 1257 рублей 63 копейки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем здоровья. До новых встреч. Пока.